ну камера, извиняюсь, это что ты выключился. А, камера уже включилась. Ну ладно, не до этого дела у нас. Катя, вот это наши огороды, там огурчики. А, кстати, вы знаете один факт огурчиков? То, что если взять один усик огурчика, вот такой вот. Ням-ням-ням. Есть этот усик. Кстати, его можно есть. Вы почувствуете вкус огурца. Также вы добавляете салат и всякие-то ПТД. Это много в кухне. Выпечиваем наши теплицы. Это омут. Кстати, тут можно приближать. Наконец-то я могу приближать спокойно. Это наш омут. Там нас живет друг Айс. Я только покажу. Так, подписчики, надеюсь, мои бабушки не скажут, что я ради них пошла показывать наших соседей. Кстати, у соседей есть две кошки. Один, он называется, у него имя Бандит. Ему где-то годика два. И есть еще Василиска. Она очень ласковая, а бандит просто жрет все, что ему есть. А Василиска, она ласковая, я ее просто позову, она прибежит сразу. Иногда даже она, когда тут стоит, она сразу прибегает сама. Василиса! Кс-кс-кс-кс-кс-кс. Василиска! Кс-кс-кс. Вот, кстати, Василиска идет. Василис! Кс-кс-кс-кс-кс. Иди ко мне. Сейчас Василиска спрыгнет. Василисе, кстати, 2 месяца. Видите, какая она ловкая. Иди ко мне. Кс-кс-кс-кс-кс. Ну давай, что-то такое медленное. Ну, Василис. Кс-кс-кс-кс. Наверное, Василиса не любит камеру, поэтому она так идет. Кс-кс-кс-кс. Кто моя лапочка? Кто моя такая лапочка? Видите, какая хорошенькая Василисечка. Ты наверное, сниматься любишь. О, смотрите, она вас обтерлась. Если вы не хотите, чтобы вас бандит сожрал, нужно поставить лайк и подписаться. А если вы хотите, то чтобы вы потрогали такую ласковую кошечку, нужно поставить, нужно...